Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в Большом зале Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. 16 декабря исполнилось 250 лет со дня рождения немецкого композитора, представителя венской классической школы Людвига ван Бетховена. На этой неделе в консерватории проводится серия творческих и просветительских мероприятий, объединенных в общий цикл под наименованием «Неделя Бетховена». И наш сегодняшний концерт является приношением композитору, которого по праву можно назвать самым великим в истории музыки. Прежде чем мы начнем концерт, убедительная просьба отключить звуковые сигналы своих мобильных устройств. Мы также просим в целях безопасности вашего здоровья не снимать защитные маски до конца концерта. Невоплощаемую воплотив в серебряно лунящихся сонатах, ты, одинокий, в непомерных тратах души предвечный отыскал мотив. И потому всегда ты будешь жив, окаменев в спиненностях девятых, как памятник воистину крылатых, чей дух неумысляемый порыв. Людвиг ван Бетховен. Увертюра именинная до мажор. Исполняет симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. Художественный руководитель и дирижер Алексей Кубышкин.
тот самый день, когда твои созвучья преодолели сложный мир труда, свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча, гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда. И яростным охвачен вдохновеньем в оркестрах гроз и трепете громов поднялся ты по облачным ступеням и прикоснулся к музыке миров. И сквозь покой пространства мирового до самых звезд прошел девятый вал. Откройся, мысль, стань музыкою слова, ударь в сердца, чтоб мир торжествовал. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 5, до минор в 4 частях. Исполняет симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. Художественный руководитель и дирижер Алексей Кубышкин. Thank you.
Thank you.
Thank you.